Да, но этот парень, который ведет самолет, он вообще летать не умеет. Он и себя угробит, и вокруг всех. Да и птиц тоже. Да, согласен, мы рискуем, но другого выхода у нас нет. Вот все, что мы о нем собрали, все, что нашли. Стив, посмотри правде в глаза. Я летал с ним во время войны. Надеюсь, его хоть немного попустило от тех событий. Там было тяжело. Да и сейчас не легче. Послушай меня, Стив. Тед Страйкер был отличным пилотом, но это было давно. Рекс, помоги этому парню посадить самолет. Помоги ему разобраться с управлением. Подскажи ему, что там, где и как. Просто говори с ним до самой посадки. Хорошо. Вызывайте его на связь. Воспользуйся моим радио. А я хотел сегодня бросить пить.